А вы знали, что Skype лучше, чем Discord? Почему? Все вы знаете, что максимальный размер файла для Discord 8 мегабайт для бесплатной версии и 50 для версии Nitro, когда в то же время максимальный размер файла для Skype составляет 300 мегабайт. Также Skype поддерживает до 25 участников для группового звонка, в то же время как Discord поддерживает только до 10. Эта фича была коронная. А сейчас будет похоронная фича Skype. Это частные звонки на стационарные и мобильные телефоны. Discord в это время нервно курит в сторонке. Skype — явный победитель.